эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Филиал досугового центра «Юность» в деревне Калиновка переехал в новое помещение. И светло, и тепло, и современно, несмотря на то, что находимся мы формально в деревне. Участник детской театральной студии «Твит» Максим Крылков стал призером сразу двух литературных фестивалей. Очень интересно работает. Он, знаете, не боится быть смешным. В историко-культурном центре открылась выставка Сергея Андреяки. Ощущение полное, что там трава, листья, все это прописано. Но на самом деле, стоит нам подойти ближе на наше допустимое расстояние, мы увидим с вами, что там не прописаны штрихи и мазки. В новое помещение переехал филиал досугового центра «Юность» в деревне Калиновка. Считанные дни остались до его официального открытия. Проверить качество ремонта и готовность коллектива к работе приехал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Его сопровождала и наша съемочная группа. До 2021 года первый этаж одного из зданий в Калиновке пустовал, пока его не выкупила администрация округа, чтобы открыть здесь филиал досугового центра «Юность». История организации богатая, но таких просторных современных помещений у нее не было никогда. Изначально инициативная группа жителей деревни Горки начинали свою деятельность в подвальном помещении своего жилого дома. После этого в 2016 году нам предоставили очень маленькое помещение, которое сейчас занимает библиотека деревни Калиновки. Но и в этих маленьких помещениях мы сумели сколотить хороший коллектив. Проверить готовность к работе кружков приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Экскурсию по обновленным помещениям для него провели директор центра Жанна Карасева и советник главы округа Моисей Шамаилов. Это у нас сегодня последний навешивает. Но дети здесь занимаются, любопытных много на улице. Да, мы это будем закрывать. Общая площадь помещения 400 квадратных метров. Планируется, что здесь будут работать 15 кружков. Одним из новых направлений станет вокальная студия. С нетерпением открытия центра ждут и участники клуба «Активное долголетие». Большой актовый зал призван решить сразу несколько задач. Здесь будет заниматься театральный кружок, проводиться выступления творческих коллективов. Но кроме того, здесь могут собираться местные жители, чтобы обсудить те или иные вопросы или встретиться с руководством территориального отдела и округа. Сейчас в центре «Юность» занимаются 120 детей, но преподавательский состав готов расширить охват до 200 человек. Тем более, что недалеко выросли новые микрорайоны, где с кружковой работой пока напряженка. Тот продукт, который есть, он, будем говорить, на 99% готов. Маленькие замечания все равно еще до понедельника должны быть устранены. Ну, радует. Глаз здесь и светло, и тепло, и современно, несмотря на то, что находимся мы формально в деревне. В июле 2022 года начался ремонт. Больше месяца местные жители, проходя мимо этих окон, ждали, когда же он закончится, и детей можно будет, наконец, приводить на занятия. Ждем, очень ждем. Хотим мальчиков отдать. У нас по 10 лет два мальчика, поэтому хотим, чтобы они хоть чем-то занимались, оторвать их от телефонов, от этих смартфонов. Ждем, когда шарики здесь надуют, и думаем, что будет все прекрасно. Официальное открытие досугового центра «Юность» в Калиновке назначено на 22 сентября. Максим Козлов, Кирилл Ланов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Обладателями паспортов граждан Российской Федерации стали шестеро юных жителей Ленинского городского округа. В торжественной обстановке глава муниципалитета вручил ребятам документы. Что пожелал Алексей Спасский школьникам, расскажет Юлия Погосян. У ученика Видновской 7-й школы Владимира Шилова грандиозные планы на будущее. Молодой человек решил идти по стопам отца и стать стоматологом. Вообще у Вовы увлекательная жизнь. Занимается боксом и дзюдо, делает успехи в химии и биологии. Мальчик уверен, появление паспорта расширит для него границы возможного. Этот документ очень сильно для меня значит и это знаменательный день в моей жизни. И таких вдохновленных на будущее свершения ребят в Ленинском городском округе немало. Шестеро из них на днях стали полноценными гражданами Российской Федерации. Первые паспорта ребятам вручил глава муниципалитета Алексей Спасский. Молодежи повезло жить, учиться на территории такого муниципалитета, как Ленинский, потому что те школы, которые, те образовательные учреждения дают возможность получить хорошее качественное образование, близость Москвы дает возможность продолжить это в любых практических институтах. Я очень хочу, чтобы вы стали успешными людьми. Как это, никто кроме вас не ответит, но будьте здоровы,
Будьте успешны, будьте счастливы. Мирного вам всем и нам неба над головой. Сейчас главная опора и поддержка этих юных граждан – родители, которые в этот знаменательный день рядом. Кажется, переживают больше виновников торжества и хотят, чтобы у детей все получилось. Силы черпают каждый в чем-то своем, но обязательно идти к своей цели, не уступать, перед трудностями не пасовать, вот, ставить цели, добиваться, стремиться к своим победам. У каждого победа своя, но главное, чтобы они были достойные. На мероприятии всем ребятам вручили памятные подарки. Среди прочего, книга с символичным названием «В будущее устремленный». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Новое оборудование поступило в распоряжение врачей Видновской районной клинической больницы. Оно позволит существенно повысить качество медицинских услуг для пациентов. Аппарат под названием «Артроскопическая стойка» – это комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах через микроразрезы с помощью оптики и специальных инструментов. Данный вид оборудования позволяет расширить диапазон наших возможностей именно малоинвазивное вмешательство, когда мы можем делать эндоскопию крупных и мелких суставов. Главная характеристика нового оборудования – эргономичная и компактная конструкция. Основным элементом является артроскоп – современное оптическое устройство для проведения диагностики, лечения и минимально инвазивного операционного вмешательства на различных группах суставов. Через небольшой прокол заходит камера в сустав, причем под многократным увеличением осматривается весь сустав. Через второй дополнительный разрез доступ размером где-то 0,5 сантиметра вводится туда инструмент, с помощью которого мы все эти манипуляции проводим. Врачи ВРКБ уже провели несколько операций на суставах и отмечают, что главное достоинство оборудования – короткий срок реабилитации после операции. Например, пациенты с повреждением коленного сустава могут вставать на ноги уже через 1-2 дня. Участник детской студии Народного театрального коллектива «Твит» Максим Крылков стал призером сразу двух литературных фестивалей. Первое место на 11-м всероссийском конкурсе чтецов стихотворений для дошкольников и учащихся образовательных учреждений «Мир стихов» и серебро на молодежном конкурсе «Творческий прорыв». Наша съемочная группа встретилась с начинающим артистом и узнала, в чем секрет его успеха. Максим Крылков уже 2 года занимается в детской театральной студии Дворца культуры. Свои творческие способности проверяет не только на сцене во время спектаклей, но и участием в различных конкурсах. Совсем недавно юный артист привез 2 призовых места с разных всероссийских фестивалей чтецов. Максим выступал с произведением Николая Носова «Живая шляпа». Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле кого-то шляпу. Как рассказал Максим, подготовка к конкурсу заняла много времени и сил. Давалось довольно непросто, но я старался, и произведение мне это очень понравилось. Оно такое шуточное, там высмеивают, что вот эту шляпу упала на кота, а дети испугались. То есть они себе накрутили, что это что-то страшное, она живая, но на самом деле это оказался просто кот, на которую упала шляпа. Руководитель детской театральной студии «Твит» Ксения Князева отмечает в своем ученике такие качества, как целеустремленность и трудоспособность. Он молодец, он любит работать, всегда ни на одну репетицию не опаздывает, всегда вовремя, даже иногда заранее приходит и работает по полной. Он комедийный, он очень схватывает вот комедию, фразы, очень интересно работает. Он, знаете, не боится быть смешным. 12-летний Максим Крылков раньше отдавал предпочтение кружкам и секциям технической направленности, но недавно понял, что все-таки он человек творческий и сейчас все свое свободное время посвящает занятиям театральным искусством. Сказка, и в ней есть герой, и чтобы сказать очень хорошо, ты должен погрузиться в этот образ. Мне нравится, ну, погружаться в разных образах, пробовать себя в других ролях. В планах начинающего артиста продолжать участвовать в театральных фестивалях и конкурсах чтецов. Они помогают Максиму оттачивать актерское мастерство и работать с публикой. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.
15 сентября в историко-культурном центре открылась выставка Сергея Андреяки. Имя народного художника Российской Федерации хорошо известно почитателям изобразительного искусства нашего города. На этот раз на экспозиции мастера акварели представлено 51 полотно. И каждое, если присмотреться, оживает. Лес начинает шелестеть листвой, водопад бурным потоком низвергаться с высоты, а цветы, они пахнут. Татьяна Брылова лично в этом убедилась. Первая картина, которая встречает посетителей при входе, называется «Три розы». Посмотрите, они как будто бы живые. В принципе, как и все, что изображает художник на своих полотнах. Говорят, на детях гениев природа отдыхает. Но не в этом случае. Сын большого мастера живописи Николая Ивановича Андреяки Сергей не просто пошел по стопам отца. Он стал достойным его учеником. Картины, представленные на экспозиции, показывают всю разноплановость творчества художника, основателя Академии акварели и изящных искусств, с которой историко-культурный центр имеет давнюю дружбу. Сегодня мы получили возможность, уникальную, на мой взгляд, не выезжая за пределы города, посмотреть работу великого мастера. Я здесь пришел пораньше, ходил, смотрел. Я хочу сказать, цветы вообще впечатляют. Это ветка сирени, это вот кортензия вот здесь. Букет желто-розовых роз впечатлил и юную художницу Ксюшу Касьянову, которая стремится достичь такого же мастерства, как и автор выставки. Можно научиться такое подобие иллюзии. То есть, когда приходишь к картине близко, там все непонятно. А когда отходишь, то уже прям какая-то красивая-красивая картина. Ощущение полное, что там трава, листья, все это прописано. Да. Но на самом деле, стоит нам подойти ближе на наше допустимое расстояние, мы увидим с вами, что там не прописано стрихи и мазки. Педагог Видновской детской школы искусств Ксения Миронова старается не пропускать такие выставки. Именно они, говорит, становятся для ее учеников лучшим уроком живописи. Для нас всегда выставки Сергея Николаевича Андреяки и его школы – огромный подарок. Технически он, в общем-то, совершенен в акварели, поэтому мы не устаем учиться у него, не устаем рассматривать его работу. Куратор выставки Марианна Ананьева провела для гостей экскурсию, особое внимание уделяя художественным особенностям и авторским приемам Сергея Андреяки. Наблюдала за ребятами, очень они интересуются. Я их даже спросила, как можно передать белый цвет, не используя его, они совершенно правильно ответили. Организаторы выставки «Полотен Сергея Андреяки» приглашают видновчан и гостей города своими глазами увидеть работы мастера изящных искусств. Ведь продлится экспозиция недолго, до 23 октября. Спешите увидеть лес, шелестящий листвой, водопад, низвергающийся с высоты бурным потоком, и цветы, которые и правда пахнут. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.